Как только начал Флинт-Инглиш свой показывать. Лиса избавлены от порчи. Но если я заберу силу черепа себе, то стану могущественней любого из архимандовых прихвостней. Нормально, договорились. Да, эта сила должна стать моей. Нормально. И теперь она моя! Да, он доказал. Он точно доказал брату, что все нормально, что он не демон. Он точно 100%. А? О, нам что-то еще надо сделать? Убейте Хондруса. Своей новой силой. О, миссия продолжается. Пошли. Ну все, ты в политику большую зашел теперь. Да, я тоже депутат. Привет. Теперь ты тоже депутат. У него голос даже поменялся. Мы должны действовать. Говорит таким, знаешь, грубым голосом. Коррупция, где взять деньги? Где красть? Скажите, где бюджет? Хочу его распилить. Так, вон там Тихондр справа. Ну пошли, у меня Иллидан мега жесткий, у него там сколько? У него 70. У него урона, блин, 75 на 123. Охренеть, я его сейчас соляново убью, блин. Что произошло? Будь я проклят. Что там у Тихондруса два раза меньше урона, чем у меня. Ну вот так вот политические разборки и начались. У него больше. Ну что, погнали, все. И, ну, то есть доказал, что не демон. Да. Сказал, что типа я все-таки правильный. Я борюсь с коррупцией. А как известно, лучше всего, чтобы ее бороться, это надо возглавить. Да. Нормально, я тут просто проношу все. Ну хочешь, иди со мной, как бы я тут и так уже все сделаю, думаю. Привет. Либо прям проблемка, тут можно все сделать. Чисто прорваться надо к Тихондрусу. Ну чего стоите, атакую. Так или да, ну кого-то ману можно подворовать. Подворуем. Ты воровать ману теперь можешь? Что? Эй, раньше я воровал. Что? А ты не говорил об этом, я думал, ты человек честный. Вернее, это... Класс, я пришел такой, типа, посмотрим, можешь ли ты сражаться. И у меня почти всю жизнь не снесли. Надо отойти немножко, я сейчас своему герою. Там сколько? Там, конечно, а нет, что-то как-то жестко. Подожди. Отойди, героям, уходи. Что-то я как-то прикола не заценил. А, ты ману жрут. Да чё я не могу нормально идти? Не знаю. А, тебя замедлили, наверное. Не, он как-то по-дебильному двигался. И убили. Погиб чудесно. Наш герой. Надо этих ребят поубивать как-то. Ну их, я думаю, да блин, их что там многовато. Я делаю кучу баллист. Недостаточно. Почему тут баллисты? Потому что там эти самые, как их? Привратники ада, а при чем тут баллисты? Там не привратники, там ты видел сколько големов? А, ну големы, да. Големы еще ладно. А, дерево, сажу дерево. Вводи, дай его. Блин. А ну хотя, если убью... А подожди, Лидана не должны убить или... Я думаю, не должны. Я его сейчас убью. Не может расти. Уходи. Не могу. Погиб герой наш. А, ну все нормально, так и должно было быть. Так и задумано, да? Пипец, а чё так больно-то? Он говорит, я теперь сильный, я теперь могу всех убить, и умирает. Не знаю, деревья держат, но, блин, они долго не продержат. А, погоди, не, ну деревья все, да. Я даже не знаю, что-то как-то... Блин, странная херня, на самом деле, у Тихондруса слабее урон, больше жизни. Ну, там у меня просто приспешников было много, наверное, вот в этом прикол. Сейчас надо наделать опять армию. А у меня вообще никого нету. Я тоже все сдохли, да? Я делаю заново юнитов. Что произошло? Припец. Не оставлять следов. Сейчас возмездие. Ну, придется немножко подождать. Шумно, словно рысь. Я деревья свои повел вперед, если что. О, идут на, к нам. Привет, стой, куда ты там их? Стой на месте. Сажай деревья, куда ты? Я их и сажаю. Пипец. Деревья справятся, там они полудобитые, да. Жалко, деревья не прокачиваются. Привет. Это были бы первые здания с опытом. Ну да.
радость. Все нормально. Так, получается, осталось Тихондруса развалить. Ё-моё. Мы должны действовать. 13 левел повелитель. Не, ну будет тяжело. Опять же. Класс. Наконец-то. Пожалуй, такие миссии. Которые абсолютно не затянуты. Могли бы просто ролик пустить красивый, где Иллидан с Тихондрусом дерется. Не, на, иди убивай сам. Ну, с другой стороны, было бы слишком легко. Ну да. Так когда мы еще на Инсине не играли. У меня, кстати, кто-то в комментариях, помню, писал там, где мы за... Конечно. Предпоследняя миссия за этот... За нежить была. Там, типа, сказал, вообще можно на Инсине эту миссию пройти? Он, типа, говорит, я пытаюсь с другом на Инсине пройти, не могу вообще. Просто жесть какая-то. Ну, я не знаю. Мы на средненьком играем вроде, а не на Инсине. Ой, Иллидан вышел. Ну, все, Иллидана я воскресил. Сейчас еще войска у меня достроятся. Час настал. Что случилось в наших лесах? Не можно будет нападать. Так, я баллисты повел. Три штуки их построил. Хорошо. Ты ближний бой делай. Ну, я в основном делаю ближний бой. Там друидов, этих охотниц. Денег? В основном ближний бой я и занимаюсь. Так, у меня только мало денег. Ну, у меня до хрена, у меня 2000. Круто. Не успеваю тратить. У меня дерево 2000. Ну, у меня и золото, и дерево 2000. Так, еще одного друида делаю, и, в принципе, я готов нападать. Так, где-то здесь. Как я люблю природу. Надо медведя заделать, чтобы он хилил нас. Приказывай. О чем шумят деревья? Хотя можно грифов, грифонов делать, да, дерево ведров, давай. Что я совсем про него забыл. Тут грифонов никаких. Привет. Нету. Что случилось в наших лесах? Как это нету? Должны быть. Там эти самые вороны. Славу леса. Ну, вороны. На город наших союзников. Что? Откуда? Вы что, охерели? На тебя напали? Я даже не понял, откуда. Приказывай. А где твое воровство? На какую кнопку? На кнопку Б, блин. Как же неудобно хоткей здесь располагать. Пипец. Быстрее. Блин. У меня всю армию, которую я хотел потратить на атаку, ее сейчас снесут. Ну ты защитишься или нет? Я защищусь, но у меня просто всю армию убьют сейчас. Которую я хотел потратить на атаку. Когда начинать? Уже в пути. Зашибись. Вот это прикольно вы придумали, конечно. У них там еще порталы есть еще ниоткуда не спавнят юнитов, не понял. Блин, Тихондрус там охренеть как. Сейчас. Да, у них портал есть. Вот он. Можно его попытаться как-то развалить. Mm-hmm. Так, откуда они пришли? А, тут проход все это время был, прикольно. Недостаточно золота. Я даже и не знал. Час настал. То есть там где-то более короткий путь? Да, вот он. Я видел, что там есть коротенький, но я не думал, что он прям ведет к Тихондрусу. Так, надо опять как-то отбайтить одного. Наши воины вступили в бой. О-о-о-о-о! Один идет, хорошо, валим одного. По одному буду их выманивать, а по одному убивать. Надо пойти портал сначала разварить. Развалим портал, будет легче. Портал хочешь вначале развалить? Ну, если мы его уничтожим, будет вообще классно. Приказывай. Они же перестанут подкрепление вызывать. Прикол же в том, что они подкрепы вызывают. Будь я проклят. Ага, типа он здесь стоит со всеми чуваками, понял. Мы должны действовать. Если что, я здесь ставлю деревья. Давай, я попробую портал снести сначала. И вот он... Да, он уязвимый, его можно развалить. Сейчас попробуем снести его. Ну, я думаю, ты справишься, да? Тут, да, тут я справлюсь. Подходят сзаду. Заметил я. Наконец-то. Еще один. Откуда они берутся? Алло. Так, я валю портал. Я концентрирую все свои силы на портале. Я сначала портал уничтожу. Древо не может. Если я сейчас просу всю армию, ничего страшного. Главное, вон там Тихондрус со силой. Я портал хочу снести. Я пытаюсь отойти, блин, ты твою мать. Меня зажал. А, я заснул, понял.
Я портал смотрю. Но я уничтожу его. Да, уничтожил портал. Все. Да. Хорошо. Я портал уничтожил, пытаюсь уйти. Я пытаюсь... А, не ушел. Погиб наш герой. А что надо построить-то, ё-моё, дерево мудрое. О чем шумят деревья? Так, я ушел. Да, но я портал снес. Блин, ну конечно, свита у него здесь охренительная. Как нам это все сносить, я не знаю. Охота начинается. Просто жесть. Не оставлять следов. То есть надо вот этих с всех... С радостью. Голубом прибыль поуничтожать големов как-то. Леса. Да, неприятная ситуевина. Что произошло? Привет. Не оставлять следов. У нас мало времени. Пипец. Ну, я дриадами подошел, если что. Я понял, да. Славы леса. О, давай, давай, давай. Ага, похилили меня, хорошо. И шумно, словно рысь. Не буди его, вот не потому, что у меня урона много. Как бы вообще себя никак не показывает. Птичка? Долбаная. Есть. Радость. Не оставлять следов. Вообще, будто не бесконечно. У нас вполне так времени. И есть. Наши воины вступили в бой. Так. Когда начинать? О чем шумят деревья? Делаю дофига друидов. Ага, вот тут проход, да? Да-да-да. Так, а может ты деревья сюда перенесешь? Сейчас перенесу. О славу леса. У меня защитных деревьев не осталось. Я понял, сейчас я перенесу. Ну, не в этом проблема. Проблема в том, что мы тут задерживаемся сильно. Тем, что просто Тихондруса убить не можем. Ну, кто нам доктор, как говорится? Недостаточно золота. Это очень странно, конечно, миссия в этом плане. Следующая будет еще сложнее. Сотню можешь сбросить? Чего? Денег. О. Не буди его мне, зверя. Готовы. Что случилось в наших лесах? Я смотрю, да, стоят и... А, закапываются, все. Да мне все равно, что древо там здесь не может расти. Будет расти. В химикатах. Красивые деревья. В принципе, это и должна быть их родина. Какой-то лес с радиоактивными и химическими отходами. Да-да. Вот такое в Чернобыле когда-то будет. Чернобыль должен быть родиной эльфов. Так, армия у меня опять есть, могу попробовать напасть. Что произошло? Ну, можешь пробовать. Я поддержу только дриадами, пока у меня героя еще нет. Не оставлять следов. Сейчас еще один друид выйдет у меня. И можно попробовать. Ну, конечно, очень большая свита, в этом-то проблема. Но если сконцентрироваться именно... А, так он еще качается, прикинь. Качается? 13 уровень, а теперь 14. Класс, у него жизнь еще повышается с каждым нашим поражением. Класс. Настал час возмездия. Так, герой есть? Надо будет его как-то попробовать зафокусить. Меня будить! Что случилось в наших лесах? Приказывай. О чем шумят деревья? Быстрее! Надо как-то попробовать зафокусить. Что произошло? Что случилось в наших лесах? А может быть, как-то его выманить, я вот так подумал. Попробую Леданом выманить его. Может, получится. Час настал. Типа, пойти собаку какую-то попробовать одну. Ну, типа, может быть, будет нападать на нас. Что произошло? Мы должны действовать. Да, я сейчас собак... держись, держись. Уходи, уходи, уходим назад, уходим. Мы его выманили. Дурахакана! Что случилось? Мы его выманили сейчас. А нет, он назад идет. Вот скотина. Привет! Просто скотина. Славу леса! Что случилось в наших лесах? А, блин, еще что с тобой делать, скотина? Быстрее! Убивать. Понятное дело.
Ну смотри, давай сейчас убьем вот этих. О, он сам сдох. Мы должны. Или это ты убил? А в чем шумят деревья? Да там был этот самый, как его, элементаль, голем. И он взял и рассыпался прямо. Не, может он сам помер. А чё? Что кто нападает? Собака? А, бывает. Блин, надо как-то прорваться к Тихонусу и тупо его зафокусить. Привет. А в чем проблема? Мой клинок жаждет. Как это сделать, я не знаю. Наши воины вступили в бой. О, он идет. Наконец-то. Так, давай попробуем именно его. Надо как-то его найти. Что случилось в наших лесах? Да нет, это невозможно. Капец у него войск, ё-моё. Блин, он бросил сон на моего. А ты бей своего через атаку. Мы должны действовать. Я пытаюсь его убить. О чем шумят деревья? Точно. Вроде получается. Получается? Да, у него жизни быстрее отнимается, чем у меня. Но если я смогу его быстрее убить, чем у меня, он умрет, и Лидан будет клёво. Но Лидан у меня быстро умирает. Прям. Давай, Лиданечка, давай, 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 давай. Привет. Еще нет. Ты глянь, сколько жизни осталось. Попробуй добить. Где он там? Попробуй его добить. У него жизни совсем чуть-чуть осталось. Добивай его, чисто его. Давай. Ну у тебя герой там, добивай. Я его поджег. Да бей его, ё-моё, или ты не можешь? Могу. Приказывай. У него жизни пипец осталось. Блин, все, он получил левелап. Твою мать, ну как это так вообще работает? О, недостаточно золота, приплыли, кажется. И он же сейчас отхилится и все, и будет жопа. Заново. А приспешников там еще дофига, да? Да, заново, охренеть. Или там скотина, ну че ж ты его не добил? Ну чуть-чуть оставалось там, а на один удар. Пипец. Ну, ой, не блин. Вас... Не Лидан, а лох какой-то у меня, если честно. Ну сейчас у меня Лидан фуловый выйдет, и попробуй. Ну очень быстро хилится. Пока у меня Лидан выйдет, он, наверное, уже полностью жизни свою восстановит. Охренеть. Я чисто баллисты, чтобы убить этих самых придурков. У меня еще и золото закончилось. Класс. Наверное, Лидан все высосал. Ну, он у меня наполовину вышел, Лидан, а этот уже на третье схилился. Да. Когда мы туда к нему придем, он будет, наверное, фуловый. Почти фуловый. Я вижу такие миссии, где искусственно затягивают время. Сколько денег? 7000 в одном руднике и в другом еще 26000. Денег нормально. Не, денег еще нормально. 75%. А, тут еще одни ворота есть. А, тогда понятно. Вот откуда он мне приходит. Так, ну я попробую пройти. Его убить именно? Да, надо как-то отвлечь его армию. И чисто Лиданом развалить. Ой, я попробую ворота вырубить. И что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Просто... Все было хорошо. А надо чисто его развалить. Как же он быстро хилится? Это просто жесть. Как это вообще возможно, а, так быстро хилится? Ну он все, он почти фуловый, класс. Быстрее! Блин, они идут на нашу базу. Походу. Наши воины вступили в бой. Знаю. Ну, я вижу, что да. Попробуй его за... Не буди его мне, забайтить. Зверя! Пока они будут отвлекаться на мою армию, времени. Я попробую его убить. Не, это невозможно. Просто невозможно. Не, я не смогу его развалить. Их слишком много. Ну, значит, не спешить. Да, я вижу эту толпень просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Около 10 големов. Уровень получает за меня. Вот сволочь. Сколько мне его воскрешать? 500 голды. Ну, недорого. Мой клинок жаждет крови. Меня кто-то в эту миссию вообще играл, мне вот интересно, перед тем, как ее создавать. Я думаю, когда да. Начинать? Я думаю, нет. Потому что она хромает на обе ноги по части геймдизайна.
меня! Ну, по сравнению с лесом, то я бы не сказал бы. С каким лесом? Тем вот там, где надо было демонов убивать. А, это да. Там тоже была беда большая. Быстрее! Здесь просто не надо спешить. Мы должны действовать. Делаю друидов медведей тогда. Делаю чисто всех ближнего боя. А, у меня уже денег нет, все, класс. Золото закончилось. Я предлагаю все-таки вырубить вначале вот этот. Портал? Да. Ну, можно попробовать, чтобы он подкрепление не вызывал. Ну, хотя у него тут такая толпень здоровенная, я даже не знаю, что с ним делать. Заново лесное дерево. Сейчас просто все закончится тем, что я разозлюсь и пойду заниматься другими делами. Здесь есть, ну, где-то дерево? Деревья закопать, это, в принципе, бесполезно, наверное, будет. Вокруг. Мое ожидание завершилось. Наставь меня в пути. Я думаю, действительно такова бесполезно. Такова воля богини. Они просто быстро уничтожатся. Мое ожидание завершилось. Готово. Я поклялась отомстить. Так, 4 друида, 2 охотницы у меня сейчас будет. Я, ну, мало, внимание. На самом деле. Мало. Так, я бросил наблюдение. Я одну Внимаю хотя бы сделать. Богини. Ну, хотя не дальнобойно, лучше ты будешь делать их, наверное. Такова воля богини. А, сейчас у нас ночь, кстати, это хорошо. Воистину, богиня, наставь меня в пути. Здесь там собаки опять повыходили, видишь, на входе у них Мое опять стоят. Мое ожидание завершилось. А что ты сюда пришел охотницами? Зачем? У них там он один. А, поставить я разведку. Боюсь. Такова воля богини. Воистину, я Они, получается, отомстить. Собирают армию, вот эту вот вишень, которая тут стоит, и потом на нас ее отправляют с портала. Так что уничтожимый портал, в принципе, сильно ничего не поменяется. Вот эта толпень, которая у Тихондруса стоит, она я никуда не... У него 16 был уже, охренеть. Богиня, у него еще больше жизни стало. Ухожу. То, что мы сейчас, типа, сливаемся постоянно, это еще и сильнее выделает. Ну, нельзя сливаться, значит. Ту, класс. Я не боюсь. Готов. Прям Америку открыл. Они нападают на нас. Уводи баллисты, которые у тебя Такова стоят. Воля богини. Сейчас ухожу. Баллисты увидеть сначала, а не юниты. Юнитов мы их сейчас тут разводят. Внимание. Такими темпами. Я не боюсь. Час настал. Богиня, наставь меня в Мы пути. Должны так, действовать. Так, еще раз, два друида и, наверное, все-таки дриаду одну надо. Слушаю. Давайте, нападайте, Ухожу тварь. Ухожу в тень. Мой клинок жаждет крови. И сразу мана у тебя выжигает. Блин, у меня закончилась мана. Ну да, они просто выжигают ее. Как кайфово, когда ману выжигают. Моя воля богини. Просто кайф. Ну, баллисты достаточно быстро разбирают големы. Богиня, наставь меня в пути. Баллисты големов разбирают или наоборот? Да. Это хорошо. Прямо. Там еще помимо големов еще привратники ада есть. Сам Тихон Такова просто воля пишет богини. Такая Воистину. Вонючая вишенка. Ухожу в тень. Ну я именно на... Я хочу забрать всех этих големов. Ухожу в тень. Ну тогда ты будешь фокусить големов, а я буду пытаться Тихондруса. Внимаю воли богини. Ну вначале мы все-таки, может, вот этот портал... Да, надо бы. Убил. Ну, пошли тогда его вываливать. Поторопись. У меня уже есть войска. Пошли. Приказывай. Главное героев не слить. Я поклялась отомстить. Да, дорого их воскрешать. Мы должны действовать. Аккуратненько так по нам... Водичкой этой вонючей радиоактивной пройдемся. Я вся внимание. Там уже он собаки готовится на следующую Слушаю. Атаку. Мой клинок. Поторопись. Крови. Мое ожидание. Все, поехали. Наши воины вступили в бой. Собаки сзади решили напасть. Все. Ой, пошел Тихондрус. Надо уходить. Приказывай. Портал валить и уходить. Я ухожу. Портал надо убить сначала. Моя воля богини. Я и атакую. Ё-моё. Ну, добьем, да? Есть. Портал, да. Я Иллидана буду убирать. Не, Иллидана, все, я не убью Иллидана, он сдох. Ищи. Еще один уровень. Просто чисто, чтобы убить этот успешное, как он правильно называется. Портал. Тихондрус опять пока. Он, короче, каждая моя смерть, он Тихондрус качается. Герой наших союзников. Ага. Но я, к сожалению, ничего сделать не могу. Тут слишком много. Но я не знаю, хочется прям читы включить и пойди его аннигилировать. Просто это вообще несправедливо.
миссия. Недостаточно золота. А, ну недостаточно золота, конечно. Быстрее. Как армию теперь строить? Сколько тебе золота дать? На армию. Нисколько. Буду сидеть копить. Да только у меня 150 золота. Если мне армию надо строить. Класс. Может, ну нахер эту миссию? Мы ее уже прошли, по большому счету. Нет, мы не прошли, потому что мы не убили. Богиня, его. Наставь меня. В катсцене его убили. А? Его в катсцене убьют. Ну, нет уж катсцены, правильно? Ну, мой клинок в одиночной миссии посмотрю. Крови. Как я это обычно делаю. Прохожу миссии в одиночку золота. Потом, чтобы катсцены посмотреть и вставить на монтаже. Час настал. Ага. То есть, чтобы больше работы было, да? Монтаж, вот это все. Чтобы на русском языке были катсцены, а не на английском. Богиня, расставь меня в пути. А я даже не обращаю внимания, что не оказывается. Слушаю. Воистину. Ну, ты не обращаешь внимания, а так кто английский язык вообще не справит духом, они обращают. Так. Пошла пачка тебе на базу, на твою, дополнительную слева. Можешь успеть попробовать их перехватить. Иду. Ну, это не знаю даже. Ну, я попробую тебе помочь. Ну, какие-то войска есть. Я пошел. Там чисто 4 собаки, баллисты можешь оставить. Богиня, наставь меня в пути и моей воле богини. Час настал. Беги или сражайся. Такова воля богини. Ну вот они, да. Несутся собаки. Бойтесь ночи. Но они полуубитые, правда. Но все равно. Тут только одна собака была здоровой. Да, да, так нормально, перехватили. Клинок жаждет крови. Все, нормально. Слушаю. Я пойду поставлю пару этих еще. Сов. О, дурачок вышел, Илидан. Мое ожидание. Вот почему тихон раскачается, когда ты тебя убивает Илидан, а ты не качаешься, когда ты умираешь, а? Это было бы интересно. По анимешных героев ты должен качаться. Когда ты проигрываешь. Воистину. Становится сильнее, чтобы потом пойти и отомстить. Я не боюсь. Ага. Что, аниме не смотрел? Мое ожидание завершилось. Воистину. Я не боюсь. Давай сюда. Я этих охотниц и друидов-медведей делаю. Так, пачка как здоровая куда-то пошла. Здесь была пачка большая. Куда она делась? Не знаю. Пойдет. Такова воля богини. Если они пройдут к центральному проходу, я же им навешаю, там баллист, по-моему. Да, там дофига. Ухожу в тень. Они куда-то делись. А ну, у тебя там эти разведчицы ходят. Я не боюсь. Пробуй ими посмотреть. Ну никуда они же не могли просто взять еще. А, ухожу, вот они, да, все, вот они. Они, наверное, на атаку готовятся, да. Ну, надо вот этих вот големов поубивать всех. Мое ожидание. И у него не будет подкрепления. Вообще, на самом деле, надо попробовать у Тихондруса все вот эти его силы поубивать. И тогда его, ну, он останется один, и тогда мы его легко зафокусим. Ну вот это, если бы мы с самого начала так делали, то было бы все вообще замечательно. Знаешь, тут вообще порталы даже какие-то есть, которые по КД спавнят врагов. Я думал, что единственный портал здесь, и все. А у него еще есть два портала. В кармашке спрятали. Мы должны действовать. Запасные порталы. Я бы тоже хотел бы в кармашке порталы прятать. Какую-нибудь комнату складскую, где много золота. Либо ждем, пока на нас будут големы нападать, либо надо самим их как-то выманивать. Я не думаю, что они будут нападать. Да, я думаю, надо их выманивать. Сейчас я подойду поближе. Надо вот это проходе, надо. Давай, наверное, армию оставим за деревьями. Такова воля богини. Я пойду только Илиданом, пойду выманю их. Ну, он быстро передвигается. Пробуй. Мой герой сейчас вообще бессмысленный. Ну, он есть хотя бы. Потому что он маг, блин, и что маг сделает. Ну, у меня тоже маны много. Меня тоже быстро выжигают. Вот этих, наверное, сперва. Да-да-да, вот этих троих. Пошли, парни, давай за мной. Ну, я не знаю, что еще. Еще стреляй, стреляй в них. А, блин, они... В смысле, куда? За мной, я сказал. Я вся внимание. Вы что, тупые или как? Вы Богиня, первый день на работе, наставь да? Наставь меня в пути.
А у них зона, наверное, какая-то определенная, где они бегают за тобой. Я не знаю. Да иди, иди, давай, они идут за тобой, еще стреляют. Ну, неохотно, неохотно. Не, ну видишь, надо их прям за ручку вести. Я говорю, первый день на работе. Внимаю воле богини. Все, держи здесь их. Баллисты работают. А что их тут держать? Они сами здесь будут держаться. Есть. Все, надо вот этих вот двоих развалить. Боковых, да. Сейчас веду их тоже. За ручку, за ручку. Мое как раз у нас полночь. Они в работе, они стеснительные, надо их за ручку вести. Так, этот один, наверное, отошел, сейчас да, на атаку? Настал. Или где он? Не, его нет. А куда он делся? Кто? Два же голема было. Здесь вот один остался. А они рассыпаются со временем, по-моему. О, Тихондрус пошел, типа в атаку. Надо отойти назад. Ага, все. Теперь сколько? Голема. У него всего два демона. Он их вызывает. Ага, вот в чем прикол, он их умеет вызывать. А, и они через время дохнут. Ну мы справимся. Да, это типа призывные. Все, валим. Блин, твои катапульты бьют. Ну что поделать. А, я думаю, раньше убьем этого. Я поклялась отомстить. Так, еще один появился. Блин, ну теперь понятно, откуда так много войск у него. Он тупо их призывает. Так он еще одного привратника ада призвал, или мне кажется. Клинок жаждет. Нормальный скилл, конечно. Можно нам скинуть по призыву големов? А чё пропали эти самые? Тут же вроде сова была. Или это дерево уничтожили? Защитить, 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 защитить вот здесь. Лови. Быстрее. Ну, давай, големов развалим. Блин, у меня маг держит из-за этого. Принимаю волю богини. Давайте, работайте, баллисты. Одно развалил, вот скотина. Поторопись. Так, где-то еще один был. Сейчас я пойду просмотрю. Ты вперед, выведи свои войска, которые ближнего боя. Сейчас. Я вся внимание. Сюда давай поставлю. Так, вот еще один голем где-то тут. Внимаю воле богини. А, он застрял, лох. Такова воля богини. Это ж призванный. Я вся внимание. Так, валим. Ну, только так, наверное, это надо делать. Поторопись. Ну, сейчас мы должны его уже завалить. Да, там еще призванный голем. Я его сейчас развалю. Так, ну смотри, у него 4 привратника ада. Если мы их убьем, а Тихондруса не будем трогать, в принципе, то может быть что-то из этого да выйдет. Ну хотя он сейчас будет нам на 5 призывать. Я не боюсь. Под крепу. О, у меня по одному опыта идет. Класс. Так, ну давай попробую выманить. Воистину. Уводи охотницу. Сейчас хотя бы, надо хотя бы одного привратника ада выманить. Я думаю, они все сагрятся. Мы должны действовать. Я вся внимание. Ты готов атаковать? Две штуки, да, готов. Две штуки вышло. Все, к атаке, к атаке, к атаке. Валим привратников ада. Сначала их. Он сейчас вызовет, да, он вызвал големов. Я валю Тихондруса. Давай. Попыталась отомстить. Да блин, я вообще не понимаю, кого убить. Он слишком сильно бьет. Нет, валим привратников. Привратники вроде назад не спавнят. Да, я не вижу, чтобы они спавнились. Поторопись. Все, концентрирую весь огонь на Тихондрусе. Сдохли, но тем не менее. У меня урона больше. Я вся внимание. Ну, у меня баллисты остались только. Слушай, и главный герой. Ты живешь? Если он... Да, я живу вроде. Все, мы победим, мы победим. Я поклялась отомстить. Да, если он грязь никакой не сделает, мы победим. Прекрасно. Сон, неприятная штука. Но сон можно легко прервать, ударим. Да я понял. А, големы, големы, големы! Петина, все, отмщение. Ты убил? Да. Отлично. Жестко было. Все. О, привет, братан. Подлый демон. Что ты сделал с моим братом? Это брат доказал. Это я, Фарион. Такой, каким я стал. Нет. Иллидан, как ты мог? Вот и любовничек. Повелитель нежити уничтожен, а земля со временем залечит свои раны. Ценой гибели твоей души? Ты не брат мне. Уходи и никогда больше не появляйся в наших землях. Да будет так.